Всем привет, ребят. Ну что, скинул мне Влад сегодня только что плюшки, решил зайти на твинки, и на твинки есть, у меня на основе, к сожалению, нету, я не знаю, каким образом оно распределяется, и еще вытащил, как обычно, за бесплатку просто черепка, поехали, так, а у меня здесь это вообще не активировано, давненько я уже не заходил, в общем, что у нас интересного есть, добавили... Это понятно. Grand Return. Вот так вот. А, типа Surprise Return Pack. Если вы давно не заходили, он вам высвечивается. Ну, я не знаю, каким образом. Ну, на основе у меня нет. Или за силы, привязка какая-то к силе. Или непонятно к чему. Насладились фантастическими, короче, плюхами. Return Pack. Ну, в общем, поехали, посмотрим плюшки. Не столько, как на Тайване было, там поярче было, ну и подороже вроде. Тут просто чисто расходники 1000 за $1. Ну, такие плюхи, такое себе. Здесь у нас уже карты идут. Четвертая карта, 3 штуки. Ну, для начинающего аккаунта это реально круто. То есть, кто там много не донатит, сразу получить... Такие карты, такие, ну, за 2 бакса и плюс 500 книг, я считаю, это огонь. И на третьем у нас чисто расходники, 1 000 000 кулаков и плюс такие вот сундуки с камнями для прокачек, в принципе, тоже неплохо. То есть за 5 баксов довольно-таки хорошо. Что еще у нас интересного есть? Сундуки затрату. Честно, я показывал уже их 19 000, если потратить, реально круто. Плюс есть желание. Так, что у нас тут по желаниям? Заберем камешки. Так, что у нас еще интересного есть с халявы? Алхимик, сундуки. Вот даже, кстати, трата есть сегодня. Ну, а так больше ничего интересного. Так, о чем я? У меня тут героев, по-моему, дофигища. Уже 3 недостающих. Мастер Рун, Альфа-самец и Матрона. Остальные все есть. Ну, в принципе, Мастера Рун можно подождать. Он будет скоро копейки стоить. Его забрать. Так, а что у нас здесь? Божество мы с вами собрали. Ну, видите, вот даже вот мелкие паки. Сразу же купил себе 1, 2, 3, 4 дракона, да, там плюс Феникс. По сути, круто. Такс. С этим мы разобрались. Кстати, давненько я не забегал, сейчас побежим. У нас же сегодня что, понедельник? У нас сегодня открылся этот... Плюс еще накопление, кстати, есть. Смотрите, сразу же получаете драконов и получаете к ним скины. То есть вот так вот они сделали. Довольно-таки неплохо. Вот реально, берете там те мелкие паки, плюс берете пак, сколько он там стоит. Получается 5 баксов минимальный, да? За 5 баксов берете этот пак. За 5 вы получите, вот вы забираете, получаете бонусную эту и получаете, соответственно, сразу же скины. До 10 можете за 320 прокачать. Довольно-таки, я считаю, неплохо. Вариант очень-очень неплохой. Так, с этим разобрались. На Тайване там, что там у нас было, божество, там поярче были расходники, но они были подороже. Там, по-моему, или 20, или 50 баксов, по-моему, подороже было. Но тут тоже, в принципе, неплохо. Но вот это вот реально круто. Вот, я не знаю, начинающий зашел, получил сразу драконов, плюс самое основное у тебя будет Фрея, плюс скины сразу же на них.
А бонусом ты получаешь вот отсюда. Даже этих 640 на дракона дают. Вот так вот. Неплохо. Надо, кстати, глянуть у меня, что там по дракону на основе творится. В общем, ладно, поехали. Поехали, сделаем, как обычно, шанс слива максимальный. А, давайте сделаем так, Фрейю, Ворожея. Такие сразу, смотрите, это просто трэш какой-то. Сделаем шанс слива максимальный. Хотя, в принципе, мы на первом этаже, по идее, должны тащить. Первый этаж. Ну, мне, в принципе, незачем фармить. Я уже, как бы, и так получил Мэри давным-давно. Надо было, наверное, вместо божества Зефира брать. Хотя божество неплохо будет разбирать. Так, у меня, по-моему, здесь на Фрейе Спектр стоит. Ну вот, посмотрите, как классно работает талантик на Фрейе. Просто не дает тупо заряжаться. Это однозначно плюс. Да, божество, конечно, печальное. Загрелось не на того, на кого надо. На розу. Походу весь бой будет бить розу. Здесь бы, например, Мэри зашла получше. Ну, в такой ситуации, если поменять. Короче, жестяк. Хорошо, хоть сразу загрелась на Фрею. А, там и с маскировкой Фрея, понятно все. В общем, веселый бой. С трешечками, как обычно. Я офигею, они розу слить не могут. Я уже не знаю, я уже ничему не удивляюсь в этих локациях. Я уже даже забил. Единственная идея фармлю — это немка и бездонат на этом на русском сервере. Через раз что-то я на сардельке вообще перестал фармить. Ну блин, маскировка плюс выживание. Супер набор. Не, наконец-таки затащили. Да, что-то я психанул таким составом пройти. Жесть. Нас просто тупо унизили. Не, ну божество, по идее, должно держаться. Фрейя Сатри уже просела. Ворожей вообще отлетел. Это только второй этаж. Ну, у меня он вроде не собран вообще. Я после теста героев не менял. Не без эмблем. Но все равно печально. Куда не зайди. Тут у нас Зефир, Землеройка, Фрейя. В общем. В общем, ребята, все как обычно. Ничего не поменялось. Трэш все так же остался. В прохождениях у кого нормальная сила, нормальные герои, хрен могут нормально проходить. Ну, радует то, что без доната у кого там немного силы могут хоть как-то еще фармить. С Фрейей с мелкими, и то все зависит от того еще, какая там сила и какая прокачка.
В общем, такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Надеюсь, кто-то сегодня с вас забрал эти акции, они помогли. Всем удачи, всем пока.